Мы сейчас наблюдаем жопу оленя, который везет в районный центр заводка. Нам обещали скорость передвижения 10 км в час. О, смотри, как он разогнался. Охереть, куда, блядь? Блядь, олень убежал, скотина. Пиздец, он знает, что мы снимаем видео. Охеренно, блядь. Просто прикол в том, что он до этого еле шел. Мы начали стебаться, что он идет со скоростью меньше, чем идет скорость человека. Вот, и вдруг он разогнался, видимо, под видео. Вот такая вот история. Гонка на оленю упряжку.